Здравствуйте! Предлагаю вам познакомиться с техникой потрескавшийся бетон. Эффект трещинок можно добиться несколькими способами. Мы посмотрим один из них. Он выполняется в два этапа. Сегодня вы увидите весь этот процесс и, что не менее интересно, сам результат. Желаю вам приятного просмотра! Определить ее по стенкам. Аккуратненько наливаем. Вот видно, да, что она затекла. Берем ее по стеночкам. Сейчас приготовила бетонную смесь, довольно-таки жидкую и подвижную, для того, чтобы она затекла в трещинки. Теперь нам нужно форму немножко вот так подавить, раздавить, чтобы появились трещинки в слое, в первом слое по стенкам. Все, еще раз постучим. Все, оставляем форму до завтра.